перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Которые любят дрель. Вообще есть такие люди, которые любят дрель? Ну, и мне кажется, что даже те, кто работает, они такие, типа, напрягаются вот по поводу звука. Или кайфуют, наоборот, я не понимаю. Дрил, дрил, нига. Вот это ты правильно говоришь. Дрил. Доктор дрель. Сегодня будем говорить про дрели, и все, больше нет вариантов у нас. Люблю дрель. Полный трек «Вера» выйдет на альбоме у Рэмдиги на «Тюльпане». Мы сами ждем, не дождемся. Вроде с Ромой общались по этому поводу, он говорит, вот-вот, уже скоро все услышите. Те, кто работают с дрелью, они не замечают звука из-за вибраций. Из-за каких вибраций? Вибрации, которые вот порождают такой звук. Санек, давай быстрее, меня уже эта дрель, в смысле, выносит. Спустился подождать Саню, его нету и нету. Как настроение, как дела, друзья? Что новенького, рассказывайте. Какая песня любимая у тебя из своих? У меня все любимые. Иначе я бы их не писал. Каждая по-своему любимая. Мне кажется, пора сделать совместный прямой эфир с кем-нибудь. Как вы на этот счет? Что вы скажете? Что вы думаете по этому поводу? Так, сейчас найдем кого-нибудь и подключимся. Даже не знаю. Попробуем. Ожидание. Ожидание превыше всего. Привет, привет всем. Привет. Привет, девчата. Добрый день. Как дела? Да отлично, Украина. Украина. Украине плотный салам. Круто, вы где? Где вы находитесь? Я где нахожусь? Да. А, я нахожусь в Москве сейчас. Записываю новый альбом «Под звуки дрели» называется. Ничего себе, круто. Да, вы слышите эти звуки? Или они у меня уже в голове просто? Вот, я не могу. Это что-то с чем-то. Чем занимаетесь, девочки, рассказывайте. Мы працюємо в приймальній комісії університету. Ага. Культури і мистецтва. А подождите, а где именно в Україні живете? Київ. Столиця живемо. Как еще раз? А, в Києві? Київ. Столиця. А, Київ, нічого собі. У нас в Киеве много друзей тоже, там есть талантливые ребята, такие как Симптон. Конечно, мы ходим на концерт уже к вам, давайте приезжайте к нам скорее.
Будем ждать. С удовольствием, с удовольствием, на самом деле. Мне Украина очень нравится. Там теплый прием такой, всегда солнце, солнечно. Люди очень добрые. Я с удовольствием. Что-что? Сейчас погода не очень, а так вполне нормально. Ну да, нет, в любом случае, я думаю, летом самый кайф выступать в Украине. В Одессе особенно очень круто тоже. Конечно, да, Украина, да. Украина. Одесса мама. Да, да, да. Ну хорошо, девчонки, приятно было с вами пообщаться. Взаимно, очень приятно было. Всем peace, one love. Давайте, девочки. Давайте. Покажи свою любовь. Удиви меня опять. Да, смотрите эфир через очки. Это я специально для вас старался. На самом деле я только недавно проснулся, что-то всю ночь что-то писал, сидел, работал. У меня немножко синячки под глазами, поэтому я в очках. Ну и солнце на улице плюс. Кайтмас хочет побазарить, давай побазарим. Шама, салам, брат. Салам, как ты? Так, а как мне Кайтмаза найти? Сейчас, секунду. Блин, я не могу подключиться. Саня, если ты смотришь этот эфир, то быстрее спускайся. Тут туман ее уже, в смысле, у меня одолел. Так, Кайтмаз. Блин, а я что-то не могу найти Кайтмаза. Почему? Не могу. Тут какое-то подключение нашел. Стефест там будет что-нибудь? Да, с Кирюхой 100% что-то будет. Отклонили мое приглашение. Ну ладно, дальше пойдем. Кто у нас тут есть? Блин, почему не могу? О, неужели? Ребята, посмотрите, кто здесь. Что за симпатичный мэн. Е-бой. Я вот все это время ждал. Ты слышишь что-то звуки? Там, в смысле, ну... Там что, Москва строится? Там строится, да. Там строится моя хата. Как дела, ребят? Ребята, как раз сейчас самое время поделиться новостью о том, что этот чел скоро выпускает альбом. Сегодня будет контрольное прослушивание. Будем мелочи какие-то дорабатывать, возможно. Но, скорее всего, уже все готово. И поэтому в ближайшее время туман имя мое. Йо, крутимся, вертимся, как йо. Мы загремели на твой район. Не билборд, но мы прем, и нас прет. Вот такие дела, если вы понимаете, о чем я. Что, выкатим, покушаем? Да, выкатим, покушаем. Я в шоке, я такой голодный. И вот мне кажется, что дрель сейчас мне просто такая, знаешь, вот просверлила мозги, короче, этот желудок просверлила, и прям очень сильно хочется покушать. Кто же на Санек? Нет, Санек свободен. Ну, как свободен? Пока не в семейной жизни, да, но есть девушка. Энди, хочу на концерт, когда в МСК. Я сам не знаю, честно говоря. Как только, так сразу, вы все узнаете. Надеюсь, в ближайшее время. Я тебя накормлю, приезжай. Корми меня, корми. Жарким ночью идем. Добавляй, бро, люблю тебя. Спасибо, друзья, очень приятно. Вот эти все сердечки, смайлички. Это прям очень круто. Я в шоке. Саше, привет из Октау. Удачи с альбомом. Привет из Октау. Октау, гречка с моего города. Вы в Дагестан приедете? Не знаю даже, не знаю. Пока не было планов. Мы где? Мы вот в гостинице с Саньком. Сейчас пойдем кушать.
Сашок опрятно сделан, пишет этот кот. Сашок вообще на стиле перебегается в крайнее время. Асапсаня на Сапсане. Асапсаня на Сапсане, да. Асап Саша. Кока, Нэнди, мы тебя любим и ждем. Приходи, я тебе пельмени сварю. Спасибо большое. Вот прям очень огромное спасибо за то, что вы хотите меня накормить. Это из-за того, что я дрыщ, я понимаю. Спасибо большое. Почему вы в очках? Я недавно проснулся, я же говорю, у меня в принципе проблема. Я же почему панда, посмотрите на мои мешки. Когда просыпаюсь, это вообще бывает страх. Мне лучше не показывать свои глаза, пока я не приду в себя. Отечность жесткая. Ну вы же меня любите за то, какое я есть. Так что, Саня, ты любишь меня таким, какое я есть? Все, это любовь, нигеры, отвечаю. Осетинский двор. Мне пишут осетинский два раз. Осетинский два раз пишут. Ну да. Два раз тупак, типа, зашифровка жесткая еще. Привет от Кадыра, пацаны. Салам, салам, братан. Салам, Артем, кау. Артем на связи. Че, давай двинем, да, наверное? Так, ребятки, я уже все, я уже не могу. Мне хочется больше еды употребить. А подожди, что-то я не понял. А Кади что, остается? Кади в Эрмитаже. В Эрмитаже? Что происходит, я понять не могу. Кто по нации? Кто из нас? Так, что, куда? Туда? Так, ребята, вот та самая... Та самая дрель. Стройка. Та самая стройка. А мы что? Ну давай вот сюда. Раджа Растафарай. Что за чудо пора? Ребята, вот вы до сих пор не знаете, что я осетин. Я думал, что об этом знают все. Да, виснет, друзья, потому что мы выходили с отеля, там был Wi-Fi, вот сейчас переключился, походу, уже это сотовая связь. Так, друзья, пора прощаться, мне кажется, потому что мне нужно идти и смотреть вперед, а не в телефон. Не то, все может очень плохо закончиться. Спасибо всем, кто был рядом, кто был в прямом эфире, обнял каждого, поцеловал. Всем спасибо. На связи, друзья.